Микрорайон 5А, пожалуй, один из самых дружных в Одинцово. Сплотили жителей общие проблемы. Часть придомовой территории оказалась в частной собственности, а прямо на въезде в микрорайон предприниматели решили возвести торговый центр. Совместными усилиями при поддержке районных властей строительство удалось остановить. В 2018 году Минстрой региона отозвал выданное ранее разрешение. Попытки оспорить это решение в судах у застройщика успехом не увенчались. Сегодня статус по разрешению строительства, он отрицательный. Строить нельзя. И мы также пытались об этом известить компанию-застройщика. Найти их очередной раз не можем. На данный момент в суде оспорено и межевание территории. Это дало основание добиваться отмены сделки по передаче земельных участков в частную собственность. Соответствующий иск в суд будет подан уже в мае. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».